вторник в Самарской области переменная облачность без осадков, станет прохладнее. Днем плюс 7, плюс 9, ночью 3-5. Выше 0, ветер юго-западный 2-4, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность. Днем плюс 8, ночью плюс 5 градусов, юго-западный 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 8, ночью 5 тепла, юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, днем плюс 7, ночью 4 с плюсом, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, в геомагнитном поле небольшие возмущения.